Привет, друг. С тобой Эван. Если популярная личность открывала какой-то сервер в какой-то игре по типу Сампа или GTA 5, это считалось зашкваром. Но сейчас это уже можно назвать мейнстримом. Первым в эту тему, можно сказать, полез Давидыч со Смотра Рейдж. После него Егор Крид с Маджестиком, Жекич Дубровский со своим серваком Дубровский РП. А вот 9 ноября еще и Моргенштерн подсуетился. Он запилил очень сочный ролик, в котором анонсировал открытие Кайф РП. И все это ты можешь увидеть сам на моем сервере Кайф РП. Это очередной сервер достаточно известного Гранд РП со специальным авторским маппингом, то есть его домом, рестораном, тачками, цепями, одеждой и т.д. и т.п. Короче говоря, решил отобрать у школьников последние деньги. Шутка. Именно поэтому сегодня, 11 ноября, в день открытия, мы зайдем, посмотрим это все и подведем итог. А, и кстати, да, он вечером в честь открытия будет еще проводить стрим, и мы приедем, посмотрим на весь этот пипец, который здесь происходил. Ну, кто был на стриме, то шарил, а кто не был, вот вам маленькая вставочка, что здесь было. А остальное вы посмотрите в конце ролика. Сохраняйте субординацию, вас прошу. Ебать! Ты снова бодрый! Моргенштерн, давай мы тебе песню споем, брат! А я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. Ну что, я думаю, мы начнем с первых эмоций, с первого момента, как мы заходим на сервер, после чего перейдем к квестовой линии и в конце посмотрим на ресторан и его дом. Ну и тачки там тоже будут. Но нет, не бывает ничего без приключений. Настолько большая армия верных подписчиков, что сервер положили буквально в первые минуты, как он открылся. Ну с кем не бывает. Ну его починили через полчаса, и мы смогли прорваться на сервак. Приветик. Сейчас я вкратце постараюсь тебе объяснить, что тут вообще происходит. Нихера. FRP — это сервер GTA с роли-плей режимом игры. То есть да. Все как в реальной жизни. Угу. Ты начинаешь игру простым нищим лохом. И спасибо. Тебе решать. Ну, это достаточно необычно, достаточно креативно. Пошли дальше. Все, заебал. Добро пожаловать на сервер KFRP. Играй, кайфуй и донать. Самое главное — побольше донать. По факту, просто все ради доната. А уникальное предложение, чего забрать? Ну, деньги на халяву, это всегда приятно. Это, ты понимаешь, каждый день заходишь и забираешь всякие призы. И за 60 дней можешь забрать F-Type. Неплохо. Отыграть 4 часа и получить бесплатную прокрутку колеса. Но это как на других проектах. Ебать! Нам говорили, если мы введем промокод 36, мы получим какой-то бонус. Только еще бы найти, куда этот промокод вводить. Я надеюсь, не при регистрации. А что делать тут надо? Ох, ебать, ввести промокод. 36. Вы получите награду за промокод на 5 уровне, понял? Знаешь что, а открытие сервера, что же здесь такого интересного? Мы появились на спавне, в какой-то хате, непонятно, где снимали Янг Хефнера, наверное. О, привет, какой сексуальный мужчина здесь стоит. А выход, ну выходим. Так, ага, мы появились, а хер знает, где мы появились. В каком-то отеле, не знаю. Выход из отеля, Рил. Это мы появились... Ебать, здесь людей. Хотя не так уж много. Так, а что здесь делать? А что они все к бабе подкатывают? Я не понял, блядь. Оливия Джонсон. Привет. Меня отправили встретить тебя после перелета. Семья заждала. Тропа квеста. Кнопка вызова находится справа сверху. Электростанция, почта, центр лицензирования, нефть, продажа сырья. Знаешь что, мы берем квестовую линию. Это уже лучше, чем обычный бомжатник. И скутер! Бесплатный скутер! Это лучше, чем обычные бомжатики на любом из сам серверов. Ну или в GTA 5. Ебать, у меня комп не прогружает столько информации. Так бы еще понять, где стоит бот, у которого можно брать аренду. А, вот здесь, я так понимаю. А, я хочу арендовать скутер. Значит, первое, что нам хотят сказать, это чтобы мы поехали электростанцию. Ну ладно, поехали. Как главное поставить мопед так, чтобы его не стырили? Это главная загадка человечества. Арена трассы започнется через 30 секунд, блять, на базу по-бырому. Ебать, здесь электростанция, нормальная такая. Ладно, я так понимаю, нам надо устроиться и отработать, да? Хотя тёлка нам об этом вообще нихера не говорила. А провода создаются случайным образом, притаскивайте их. Ладно, пошли, перенесем там штук 10. Ох, ебать, а что здесь рубить? Перетащите провода, чтобы соединить их, окей. Так, чтобы они не повторялись, да? Или нет, или пофиг. Я заработал что-то? Хера.
Ага, заработать $100 на электростанции, я понял, что нам надо сделать. Так, я думаю, я 100 баксов заработал. Так, это вам в квесты. А, все вот, электричество выполнено, теперь нам нужно поехать к почте. Как бы вырубить вот эту рулетку, потому что она бесит пипец. Уволится. А, да не хочу я. Не хочу, все. Я сам себе самодостаточный человек. А, скутер наш пропал. Опять берем в аренду. Да, я хочу поручить временный мопед. Где мопед? Я так понимаю, это какой-то баг с мопедами, что ты его хер возьмешь. Ладно, понял. Пешком так пешком. А, я только сейчас увидел, что у меня худ забагался. Ты что, хуел? Ну иди сюда. Кому кажу сало отдай? У меня там кусочек лишился. Так, мы приехали на почту. Что же нам делать здесь нужно? А, не знаю, пошли посмотрим. Где наш прораб? Это незнакомка, вот. Здравствуй, мы доставляем посылки быстрее всех в штате. Я хочу забрать, отправить. О, интересно, не, забрать, наверное. А вот, сюжетное задание, подробнее. В данной посылке содержатся деньги, написанный текст. Деньги для сдачи на права. Да спасибо, 500 баксов. Пацаны, пацаны, подвезете? Девушка. Пс-пс. Здорово, здорово, дружище. Да чё мне со мной никто не хочет общаться, я не понял. Хуёвый скутер. Сервер работает где-то полчаса. Онлайн уже 1500. И в принципе, если несмотря на все эти баги, то еще норм. Ну что, пацаны, я это почти сделал. Я добежал до этой ёбаной автошколы. И сейчас попробуем вместе с вами сдать на права. Вилл Райдер, привет. Я хочу получить водительские права. Да. Вы получили свой первый автомобиль. Расположить транспорт. Вы сможете на свободной парковке или у себя дома. Подожди, я квест выполнил? Чего? Да. Здесь не будет тупой системы сдачи на права по чекпоинту? Или это пока что, чтобы не забить сервер? Ну нахуй ты тут стал, ну ёбаный в рот, на! Значит, нам дали транспорт, сказали ехать к нефтяной станции, заработать там денег, и потом ты сможешь у парковщика вызвать транспорт. Угу. Окей. То есть там дали, но ты сначала ним воспользоваться не можешь. Угу. Ладно, едем тогда к нефтяной вышке. Ебать, отлетел. Арнольд Кубернович и какая-то девка заключила брак, понял? Попал пацанчик, конечно, да. Жаль, конечно, этого добряка. Пробурите путь к нефтодобывающим вышкам. Удерживайте левую кнопку мыши, чтобы пробурить. А, вот. Керосин, погнали. Херачим. Ну, керосин добыли, окей. Давай соляры еще. Так, скупщика можно найти в М, моя работа, нефтяник, маршрут до скупщика. Цены у скупщика меняются каждый час, понял? А я выполнил этот квест или нет? А, все, выполнил. А продайте бочки и медь любому из трех скупщиков. Какая бочка, какая медь? Ладно. А вот, кстати, он недалеко. Погнали. Эй, салам алейкум. Хочу взглянуть, хочу купить, хочу взглянуть на цены, наверное. Медь, изумруд, 13, керосин. А у меня есть керосин. Кого ты бьешь, чепух ебаный, черномазый? Ладно, вот, продали. Кейс новичка, нам дали кейс новичка, чего? А хочу взглянуть на цены. У меня еще есть бензин. Вот, сколько у меня есть? Дали. 3 штуки бензина. У меня еще дизель есть, как бы. У меня все есть. Соляра. Одна штука, продать. Все, спасибо, подняли бабок. У нас уже 5000, кстати. Мопед наш на базу. Так, и что по квестам? Вызвать транспорт на любой из парковок. Окей. Поехали на парковку. Сейчас мы всырем 3000 просто на парковку, я так понимаю. Угу. Просто весь сервис сейчас либо пешком, либо на мопедах, либо на вот этой херне. Может, эта херня это есть наша первая тачка? Окей, е взаимодействие. А, реально, это парковка на шару. Сколько дней, за которые хотите арендовать место? Вы можете арендовать место на 3 дня. Не, один хочу. 3000. Хуй там. Ничего себе моя машинка. Ш-ш-ш. На базу. Чикс-пикс. Братан, до автошколы подвезешь? Не, братан, пешком. Нормальная машинка. Вот это сейчас металлом поеду еще сдам. И будет вообще файно. Так, подождите. Если я прошел всю линию квестов, что мне дальше делать? Так, если мы зайдем в магазин. Да, у нас есть 100 доната, за которые мы что можем купить? Автомобиль можем какой-то купить или нет? Ага. Ну, почти. Даже шоху не сможем купить. А вертов? 100 рублей это сколько? Это 20 тысяч. Ага. Подожди, у нас еще где-то должны быть кейсы. Нам же выпали только что кейсы. 1 рубль реальный, 1 рубль на сервере. Только сейчас это 1 рубль реальный, 2 на сервер, потому что X2 сервер открылся. То есть вот это все стоит столько денег?
Охереть. Еще есть какие-то контейнеры, выбить, не выбить, можно за игровую валюту, кстати. Брендовые шорты, светящийся камень. Mercedes GLS. А, вот и наши кейсы, которые мы получили, я так понимаю. Нет? Открыть контейнер. Открываем. Ну, можно больше FPS, пожалуйста? Чё это такое? Эксклюзивная одежда, приз отправлен на почту. Чё это за бутылка? Типа меня хотят на него посадить? Не, спасибо, не хочу. Мы за него платим или нет? Или он бесплатный? Не могу понять, где посмотреть, где нас и сколько кейсов. Пожалуйста, можно не бутылку только? Понял. Опять? Ай, пиздец. О, наконец-то, хотя бы кроссы норм дали. Ладно, поехали тогда на почту, заберем всю эту херню. Сори, пацаны, я не хотел. Йоу, мэн, хеллоу, ватсап, я хочу забрать посылку, я надеюсь, мне за... Ты гонишь? Где посылка моя? Мне две звезды накинули? Я что, двоих человек убил? Бля... А, в инвентаре, в кармане. Почему говорили на почте? Ладно, использовать. И моя клонка. Вы открыли транспорт, все. Садимся и едем, смотрим самое интересное, зачем мы сюда зашли. Так, пацаны, мы же даже не разобрались. Эту тачку можно как-то продать? Есть какое-то взаимодействие между... Зарядить транспорт? Ну, вряд ли она заряжается. Характеристики транспорта. Смещение, привод только... А, вот здесь можно его настроить. Владелец Леонардо Скаглетти, это мой ник, если что. Госстоимость 5000, ага, продать. 2500 я получу, ага. Ну, хотя бы какая-то тачка для передвижения. Ну, давайте попробуем ее затюнить, хотя бы, чтобы она немножечко лучше выглядела. Ну, куда ты сдаешь? И либо лучше ехала. Чего не заезжаешь? Там занят. В данный момент гараж занят. Охереть. Вот, я наконец-то заехал. Глушитель, каркас, решетка. Я надеюсь, мне на это все хватит моих денег. 100 баксов? Ебать, сейчас тюнинг будет такой, я тебе говорю. Ну что, пацаны, я думаю, наша тачка преобразилась. Вложили мы в нее 2500 баксов, где-то плюс-минус так. Поставили диски, крылья, затюнили. Конечно, рыжики бы еще убрать, было бы идеально. Тонировочка, не тонировочка, выглядит просто пушка. Но теперь, я думаю, можно отправляться к дому Моргина, не будет так уж и стыдно. А, еще турбу поставили, она теперь немножко едет. Last one. Вор. Стоп, может вот это здание? Это и ресторан есть. Вот написано, кайф провинанс. Пошли, пошли, пошли. По идее на второй этаж, да? Как? Нет, там закрыто. Ладно. Тогда на первом, потому что в жизни это второй этаж. Или мы-то пахнулись на второй этаж. Так, окей. Окей. Здорово, Зис. Бац. Кто был в жизни, сейчас сравнит, но по фоткам, по видео, которые я видел, это тупо такая же дверь, и за ней должен быть ресторан. Ну что, готово? Пошли. О, да. Блин, не, очень пиксельно, не будем смотреть сюда. А, привет. А записаться нельзя? Нет, нельзя записаться. Что здесь написано? Сейл. Нормально. Заходим в ресторан. Ну, я так понимаю, это точная копия. Кто не был в жизни, теперь хотя бы побудет здесь. Повара, смотри, какие. Можно от первого лица? Они что-то там жарят. Фонтанчик по центру. Пианино в углу, все как должно быть. Зоны по краям. Сцена что-то маленькая, не? И жалко, кстати, музыка еще здесь не играет. Коктейли. А, блин, жалко, не добавили текстурку ихнего фирменного коктейля, вот этого голубого. Было бы очень прикольно. Так, я хочу в туалет. Это легендарный туалет, где он находится. Вот. Так, мы можем зайти на кухню, посмотреть, что здесь. Вот он. Так. Сюда. Да, это один... Блядь, только Эван может заходить в туалет и сравнивать с реальным, хотя в реальном не был. Но по фоткам это прям тоже, прям очень похоже. Не, ну ресторан офигенный, очень офигенный. Хотя, мне кажется, немножко, ну пропорции, хотя не пропорции относительно человека. Мне кажется, стол какой-то маленький. Да не, вроде норм. И верх такой красивый. Не, очень все офигенно, очень. Так, а что-то заказать-то покушать можно или нет? Самое главное... Нет, пока что ничего не работает. Очень жаль. Я бы здесь покушал. Чё, брат, как, похоже тебе? Хуйня ебаная. Почему? Я в жизни там был, вообще пиздец. А, да? Похож. Да. А в на хате был? На хате нет. Поехали на хат. Нихера, у тебя транспорт здесь? Жесткий? Да, стильный. Вообще жесткий. Откуда взял? На ССАЛ. А-а-а. Можно мне так же? Наверное. На, вот он, походу. Хотя на него вообще не похож. Ну тут дохуя народа. А, вот, и если так смотреть, то вроде похож даже. Это типа дом.
Это типа дом, ничего себе, я не знал, думал, типа погреб. То есть J. Посмотреть информацию о транспорте. Посол C. Понимаю. Короче, домик. Давайте обойдем его снаружи. Здесь типа подсветка. Ну блин, я думал, он будет огорожен, но он полностью открыт. Оно нереалистично, блядь. Вот челы создавали карту в CSGO, там намного реалистичнее. Там с дома ты можешь выйти вот сюда на улицу, где они обходили дом. Вот здесь у них была вот эта херня, только она побольше была. Короче, с домом они забили хер, а вот с рестораном запарились, могу так сказать. Но это мы еще не были, кстати, в салоне. Хера. Вам недоступно это... А почему я внутрь не могу зайти? А где Моргенштерн сам? В доме. Реально? Да. Он там закрыл, и поэтому мы не можем зайти. Че, будешь его ждать? Да. Понял. Короче, пацаны, спросил у администрации, когда будет открыт вот этот дом, и когда можно будет его посмотреть. Что мне сказали? Он закрыт, когда? Ожидайте. Типичные, как бы, ответы на РП-шных серверах. Как это они еще не написали РП путем. Ну и как я вам обещал, момент со сходки вечером. Когда запустит, ё-моё? Ну вообще... 21.00, ну уже, блядь, 21.00. А, ну это Моргенштерн, поэтому он запустит где-то завтра с утра, в 4 утра. Ну ему как бы, ну похер. Ну короче, да, вместо стрима он уснул, ребята. Да, да, вот напишет просто стрим, который будет состоять из слова... Стрим пососи, там, блядь, собаки ебут. Белым по черному будет написано. Моргенштерн, это будет, да. Два за тролли, какой нахуй Моргенштерн? А Корейка зайдет на этот сервер? О, да! Скоро будет новый сервер. Будет в этом доме жить. Корейка РП, да. Бедный школьник, который вышел со дверей. Посмотрите на него. Бля. Че это за бред? Смотри. Давай, ура! Сохраняйте субординацию, вас прошу, ну просто не флудите. Спорим, сейчас все орать будут, когда он выйдет, бля. Лёха! Ты лох. Ебать, а, спасибо. Здорово! Алло! Здорово, отец! Здорово! А куда он вышел? Братан, садись сюда, братан. Шоу номер Си самый лучший. Как дела? Маринзай лучший! Ебать! Ты снова бодрый! Казахстан! Реально! Ну что, пацаны, мечта школьников сбылась. Морген зашел, вон он стоит. Прям на стриме сейчас. Маргишер, давай мы тебе песню споем, братан! Да вы его просто меняете. Просто что прикол? Чел увидели первый раз Моргена, который, ну, даже в интернете, даже не в реале. И капец, у них крыша едет, я не могу. Типа, ну, это обычный человек, который, ну, да, популярный, но не ехать же крыше из-за этого. Ну что, пацаны, вот такая вот первая серия по Кайф-РП. Вот такой он сервер Моргенштерна. Алишерка решил помимо крипты оформить второй пассивный доход, открыв совместный с Гранд-РП сервер. Ведь многие уже подтвердили, что деньги как бы здесь крутятся-то немалые. Очень странно, что из всех популярных серверов, типа GTA 5 RP или Majestic, Морген выбрал именно Гранд. Ну, либо он не хочет повторяться, либо Гранд были самые щедрые. А я надеюсь, тебе этот ролик понравился. Давайте, если этот ролик соберет 100 лайкосов, завтра зайдем и заснимем еще один ролик. По Кайф-РП. Не забывай подписываться на канал, ведь здесь выходит очень много интересного, полезного и веселого контента. Обязательно нажимай на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первым и никогда не пропускать. Ну, с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня, всем удачи, хороших треков и всем пока.